Он переехал, он уже стоял. Красивый, как замок. Отстроили же такой. И закрыто, никто не живет. Там, наверное, просто одна большая комната, мне кажется. Скорее всего, Женька 5 рублей нашел. И не отдает их мне. Смотри, мои 5 рублей. Твои? Да, я их, может, обронила в прошлом году. Какой красивый. Красивый. Только ты дом еще загораживает, его стоит близко. На работе, наверное, все работают. О, какие цветы большие. Как сирень напоминает прям. Нафоткала. Красивая. Ну-ка. Пахнет как ароматно. Классно пахнет. Большой куст красивый. Еще вон. Тоже много. Плохо видно, но я уже почти собралась. Осталось купальник положить. Травку. Кстати, обзор я сделаю, наверное, завтра, когда мы приедем домой. Вот. Но сегодня покажу, что вот такой вот чипсинг купила. Нужно было, кстати, еще на обзор, наверное, купить. Они, кстати, не знаю, картофельные. Короче, мне прям захотелось чипсы, и я ничего не смогла найти нормального. Нашла только вот такие. Здесь еще фантики лежат. Еще только убираюсь. Вот сумочка моя, тут вещи. Короче, так вот. Сумку вот эту вот складываю. Лазмак уже сложила. Короче, осталось чуть-чуть. Но не могу есть, хочу. Ты еще только ставишь? Я есть хочу уже. Ах, она коза такая. Сейчас никак не прогорят. А что ты с этими сосисками-то ходишь туда-сюда? Ну ты их положи там на столе-то. Я есть уже хочу вообще-то. А меня не кормит никто. А меня никто не кормит. О, небо, смотрите, какое. Кстати, опять громыхал. Ночью была, кстати, гроза. О, красное небо какое там. Дождь. О, дождь идет, точно. Дождь идет там. Сейчас приближу. Вот тут вот между двумя вышками, видите? Красный дождь идет. Красиво как. Слушай, там небо красное такое. Через камеру вот не особо. Опять он с этими сосисками идет. Туда-сюда. Что ты с ними туда-сюда ходишь, ты не пойму. А? Смотрите, какое красивое небо. Красное, красное. Вдалеке осадки видны. Дождь идет. Какая красота. Сейчас дождь вам покажу. Вот он. Видите? Дождик идет. Честно говоря, я очень сильно переживала, что эту ночь будет очень сильный дождь. И что будет грязь. Так как боялась испачкать свои белоснежные кроссовки. Но нет, все хорошо. Кстати, вот тут смотрите. Вот тут такое облако необыкновенно красивое. Там закат, наверное. А, ну да-да-да, с той стороны же закат. Красивый. В городе вот такого не увидишь. Хватит там шуметь. Ну-ка, если приблизиться. Красиво. Красота. Здесь уже все белое небо обычное. Здесь вон как классно. Сейчас еще на фотоаппарат сфоткаю и на телефон такую красоту. Выложу в Инстаграм.
и кота. Контакт, наверное. Красота. Ты меня будешь кормить или нет? Ты чего там дуешь? Я есть хочу. Я хочу есть. Так, наш ужин. Женька пригласил на званый ужин. Свет включить, не надо? Да, смотри, как хочешь. Ну, включи. Сарделечки. Ой, сосиски, господи. Квас. Что тут у меня много. Салатик. Там две кучки выбирали было. Две кучки. Вот, видели? Ой-ой-ой. Две кучки. Все по-холостяцки, как обычно. Да? Так, покушали мы. Все уже чистенько. Смотрите, как я сидела. А ночь уже прохладная. Все-таки мы вовремя уезжаем. Прям очень-очень вовремя, потому что никаких штанов с собой не брала. Приехала я в шорты, взяла запасные шорты дачные. И дачную, ну не дачную маечку, просто маечку. Вот. Сандалики там вот, кстати. Вот там они стоят. Сандалики тоже брала. Там Женька. Опять молния, гром, гроза. Я уже, честно говоря, уже хочу домой. Конечно, здесь на природе очень-очень хорошо, мне очень нравится, но каждодневная вот эта гроза, гром, молния. Честно говоря, я устаю уже немножечко от этого. Хочется просто теплый вечер. Прекрасный, теплый. Тогда я ложусь отдыхать. Хорошо. Ты под замороженным пойдешь? Кем? Замороженным. Блин, забыл. Ну давай завтра съешь его. Пойду. Че? Пойду. Сейчас тебе принесу тогда. Хорошо.